Во-первых, авария произошла ввиду того, что автобус у нас перескочил заграждение и оказался в воде. Но он говорит, это, дорогу, ну, управление, это, потерял управление. То он уже нажимал, говорит, на бордюр стукнул и все, поехал туда. А с этой встречной машины много было. Поэтому на бордюр, говорит, отправил машину. Значит, на первоначальном этапе, когда он, значит, автобус был на боку, вылетел на лед, значит, на льду люди, которые находились в салоне, по определенным данным, это было 5-6 человек, они, значит, самостоятельно эвакуировались, из данного автобуса поднялись. Потом на лед упал, он говорит, это, форточку, дверь не открылся, говорит, форточку открыл, вышел, говорит, потом одну женщину вытащил, а потом с женщиной вместо мужика вытащили, говорит. А остальные, не знаю, говорят, там сами вышли. Отдельно хотелось бы отметить, там один молодой человек, в принципе, оказал всем пассивную помощь. Водитель, который был на маршруте на момент аварии, значит, принял только меры для своего спасения, значит, эвакуации пассажиров не занимался. Ну, все пуганы были, говорит. Он сам испугался, говорит. Пострадавший, это в основном шок, значит, частично есть переохлаждение. Пассажиры увезли в больницу, наверное, то, не знаю, на скорую помощь. Куда же переехать машину? Они сами, говорят, сели и ушли на свои машины. Значит, две бригады водолазов работала и областная служба спасения. На всю операцию, именно по подъему, ушло, ну, в районе полутора часов.